Это небольшой складной квадрокоптер с функционалом профессиональной модели. Автоматически он умеет взлетать и садиться при нажатии соответствующих кнопок на пульте управления. Если вы только начинаете учиться пилотированию, нажмите на кнопку автовзлета, и квадрокоптер поднимется в воздух на высоту 1,5-2 метра и зависнет благодаря встроенному барометру. Куда проще начинать свой полет с такой высоты, нежели с земли. Встроенная камера с трансляцией имеет возможность ручной регулировки по наклону. Снимает фото и видео с разрешением 480p. И передает изображение на экран смартфона. Камера имеет широкоугольный объектив для большего охвата пространства. Через смартфон вы можете построить автоматический маршрут, по которому пролетит этот квадрокоптер, нарисовав на экране приблизительную траекторию, что очень и очень удобно. Также данная модель имеет различные комплектации, которые можно подобрать также по моей ссылке в описании.